Так, отже, ми продовжуємо наш ефір. До нас вже завітали перші наші гості. Отже, я хотів би представити вам, шановні глядачі. У нас в гостях сьогодні Денис Фадієв і Валентин Мазур, засновники видавництва коміксів. Отже, доброго ранку, Денисе, Валентине. Раді вітати вас у нас в студії. Тож, давайте сьогодні поговоримо про таку, як мені здається, актуальну, особливо сьогодні, тему – комікси, видавництво коміксів, тому що, як ми знаємо, по всьому світу зараз це просто така, так, манія на ці комікси. Власне, розкажіть трошки історію, з чого все почалось, як так вийшло, що ви стали засновниками видавництва коміксів? Всім привіт! Вот. Все было очень просто. Угу. Мы решили заняться созданием контента, так. То есть развлекательного контента. Вот. И единственное, что у нас хватило денег, это комиксы. Потому что делать фильмы – это очень дорого. Угу. Делать видеоигры, которые мы занимаемся в основное время, еще дороже. Вот. А создать комикс, угу. вот наш первый комикс, собственно говоря, угу. вот, достаточно дешево. То есть производство, печать и вот промоушен комикса у нас в принципе вложился в стоимость там телефона какого-нибудь, то вот, даже не айфона. Ну и я бы еще просто хотел сказать, что мы просто любим комиксы. Да, и собственно говоря, когда мы ходили по всяким там бизнес-тренингам, думали, что ж такое начать делать за наши маленькие жалкие копейки, вот, основное правило, чтобы достичь где-то успеха, ты должен любить свое дело. Так как мы в принципе, не любим торговать щебнем или там какими-то ягодами Годжи для похудения и прочими модными вещами для стартапов, мы решили, а почему бы не занять нишу комиксов, которой в Украине, в принципе, практически нет. Вот. Ее настолько мало, что она равна погрешности. Вот. И мы решили, а почему бы взять и не заняться комиксами именно в Украине, именно украинским комиксом, лицензированием западного контента. Вот. Мы уже увидели, что это востребовано и, в принципе, ну, это было правильное решение. И вот как давно, собственно, вы наполняете украинский контент? Где-то даты основания мы считаем 15 августа 2015 года. Угу. Вот, мы презентовали наш первый комикс на одесском комик-коне. Угу. Ну, вот, а комикс мы отпечатали за день до этого. Вот, в абральном порядке. В лучших традициях, что, как у Питера Джексона, фильм был готов за день до его премьеры. Вот, и, в общем, презентация на Фанэкспо, кстати, которая проводится в Одессе, прошла замечательно. Был очень живой читательский интерес. Люди хотят свой контент, свои фильмы, свою музыку. И, естественно, что они хотят и свои комиксы. Читать про события, которые актуальны, читать о событиях, которые близки, то есть, каждому читателю в Украине, которых он может себя узнать, допустим. И, то есть, ну, скажем так, приняли нас очень благожелательно. И несмотря, может быть, там на какие-то огрехи нашей первой презентации там, или там какие-то огрехи комикса, тем не менее, ну, я не ожидал настолько положительной реакции на все же на продукт, в принципе, такой домашний, можно сказать. Да. Это на самом деле правда, потому что мы ожидали гораздо больше негатива в свою сторону, mm-hmm. что какие-то там из Николаева непонятные люди начали делать комиксы. Mm-hmm. Вот. Нет, мы практически негатива не встречаем, все нас поддерживают, помогают. Mm-hmm. Это вообще прекрасно. Скажите, вот такой вот вопрос. Как, вот, по вашему мнению, вы оцениваете, знаете, состояние такой гик-культуры, то есть во всем мире существуют тысячи там фан-сообществ всяких комиксов, Marvel и DC, они сейчас, ну, просто лидеры кинопроката, создают игры, контент, фильмы, вот, что у нас вот в Украине, что с этим вообще? У нас, ну, я могу сказать, что идет бурное развитие. Мы, в принципе, в начале чего-то действительно большого, у нас и было, и продолжает развиваться гик-сообщество, общества, mm-hmm. то есть задроты, нерды, они объединяются. Mm-hmm. У нас проводятся уже два фестиваля больших, киевский и одесский комиконы. Комиконы, да? И десяток маленьких. И десяток маленьких, ну это таких два конвента, но буквально еще там года три назад не было ни одного. И прогресс он налицо, люди собираются, делают косплей, то есть переодеваются в известных персонажей, занимаются творчеством,
происходят какие-то презентации, обмен опытом. Я вижу просто взрывной рост, я думаю, он будет продолжаться дальше. И я думаю, что Комик-кон киевский, который будет тут буквально там, в начале мая, он еще один рекорд установит по посещаемости и по количеству и презентаций, и вообще интереса. Вот я бы хотел бы немножко отметить, в то время, как во всем мире, да, уже несколько десятков лет происходит экранизация разнообразных комиксов, вот я смотрю у вас тут, да, вот есть Максим Оса, вот если можно показать крупным планом, вот, издание, это тоже вы же занимаетесь, да, издательством? Я там в Николаеве все отпечатал. Вот, по нему тоже уже, насколько я знаю, несколько лет идет процесс создания экранизации, вот, и я бы хотел бы предложить сейчас нашим зрителям посмотреть трейлер к этому фильму, если можно, пожалуйста. Я поднимаю тост за князя Зиновия, його чарівну, дружину, княгиню Гелен. Я єдиний учень всемогутнього чарівника Громодрача. Навіщо ти приїхав? Вурдалак ловить. Максим. Оса. Коли-небудь ми будемо разом. Уже зовсім скоро. Що знаєш про вурдалака? Поцілуй мене в драку! Тату! Заміж! Сама! Все, візьмися, Матвія Хвоста! Зі мною також трапилась неймовірна річ. Я помер. Все в порядку, іди в сраку. Ну ось такий насичений трейлер, але наскільки я знаю, так, це якби такий, можна сказати, навіть тизер, так? Тобто фільм ще не знятий до кінця, тобто зараз ще триває процес. Я знаю, що там була якась історія, коли не вистачало фінансування, і здається, тільки цим літом має розпочатися, власне, продовження зйомок цього фільму. Ну, будемо сподіватися так, що я колись залізна людина дала старт Всесвіту Марвел, так, і DC, можливо, так само і Максим Оса запустить у нас такий медіа-контент цілий. Розкажіть, хлопці, які у вас взагалі плани на майбутнє? Ну, тобто, ось зараз є комікси, так, Максим Оса, Звитяга, ось альманах «Чорний лев». Що у вас далі, які плани? Естественно, ми хочемо почати лицензирование западного комикса. Мы сейчас общаемся с, наверное, со всеми маломальски значимыми издательствами мировыми, там и Marvel, и DC, и Disney, и Heavy Metal, и Image, и, короче, все, что можно было найти контакты в интернете, мы везде закинули вот свои запросы, вот, и планируем вот что-нибудь издать. Это весьма непросто получить под наши реалии лицензию, потому что, во-первых, их российские издатели их все поголовно выкупили. То есть у Марвела на 2 года вперед нельзя купить ни одну лицензию на рынок СНГ, потому что ее выкупили все эти крутые издательства, типа Азбуки, Камильфо. Вот, и издают у себя в России. Там, ну, да? Они издают у себя, и часть тиража присылают нам. То есть у них, получается, комиксы очень дешевые, очень качественные, вот, потому что у них тиражи там 10 тысяч экземпляров и больше. Вот, напомню, что первый тираж Максима Осы был всего 500 экземпляров. Вот. И то на него нужно было собирать деньги везде, откуда только можно. Вот. Но мы поставили цель, мы обязательно издадим вот какой-то очень известный западный комикс, и, скорее всего, к кинофильму. Там «Доктор Стрэндж», этот
Стражи Галактики, вот что-то такое, потому что надо заниматься лицензированием западного продукта, чтобы украинский читатель мог насладиться на украинском языке качественным вот, мировым контентом. Вот, если вывести комикс на рынок раньше, чем российские издательства, и сделать его дешевле, вот, что сложно, но можно, вот, то вполне возможно захватить определенную нишу рынка. Мы уже сотрудничаем с большими украинскими книжными сетями, типа книжного клуба, там, сетей «Буква». Вот, уже налажены контакты. Если у нас появится еще один качественный комикс, западный, вот, то мы сможем быстро насытить рынок. Вот, и человек уже сможет выбрать между русским и украинским изданием. Потому что запретить им возить свои комиксы в Украину нельзя. И также не надо забывать про развитие собственных серий, да. Будут продолжения «Звитяги», они готовятся. Летом будет второй выпуск комикса «Звитяга», там будет описание событий в Донецком аэропорту, самые драматичные, января. Вот. И в прошлое будет экскурс в гражданскую войну, в противостояние армии Махно против всех, кому не лень. В общем-то, батька Махно, да. Ну, а также продолжается наше сотрудничество с Игорем Вячеславовичем Баранько, одним из самых крутых, наверное, самым крутым комикс-автором и художником из Украины. И, естественно, что очень много усилий вот, и, в принципе, такого сотрудничества с киевскими любителями комиксов мы прилагаем в издании «Черного льва». «Черный лев» — это, по сути, альманах. Вот. Его основная задача — это развитие комикс-сообщества. Ну, в том плане, чтобы развитие креативности в людях. Потому что все-таки сделать комикс большой, это очень-то затратно, долго, и не все до конца доходят. А сделать небольшую историю комиксную, там буквально на 7 страничек или 5, это проще гораздо. Кроме того, можно потренироваться. По сути, это такой альманах, его задача, основная идея — это, скажем так, практика. И вообще развитие креативности в людях, то есть дать им возможность самовыразиться в наиболее простой способ и издать свой комикс. То есть подержать в руках журнал, в котором есть твой комикс. Это очень мотивирует. И в принципе, скажем так, ну, у нас были до этого уже издания периодически, К9, допустим. Но, к сожалению, в какой-то момент все они закончились. И, скажем так, «Черный лев» — это попытка снова возродить эту традицию, то есть такого периодического издания, которое публикует комиксы и новости по гик-культуре. Вот чем он и есть. Ну, я слушал вас и слушал бы еще, знаете, очень интересно, очень приятно, что есть у нас в городе, вообще в Украине, а особенно у нас в городе, люди, которые, собственно, занимаются вот таким благородным делом, продвижением, созданием такого контента. Хотелось бы очень еще раз поблагодарить вас за то, что вы делаете. Я хотел бы нагадать нашим глядачам, что у нас у студии в гостях были Денис Фадеев и Валентин Мазур, засновники видавництва коміксів. Я дуже сподіваюся, що колись українські читачі зможуть на українській мові прочитати «Темного лицаря» або «Месників». Також чекаємо дуже продовження ваших серій, нових видавництв коміксів. Хочеться побажати вам удачі і всього найкращого. Дякуємо, що ви прийшли до нас до студії. Спасибо.